Подожди, подожди, блин, у меня заставка пошла. Так, все. Ну, Б только режим выставил. Да-да-да, Б, все. Раз, два, три. Два. Да, опять у меня заставка пошла. Ну ладно, полсекунды, это фигня. Что-то как-то быстро оно тут начинается. Ну похрен. Что самое сложное и самая долгая игра в Identifier, давай, погнали. Ну, самое сложное, это еще не факт, что она самая легкая. Так, бочки. Кто-то хотел еще короче стрим, пожалуйста. Все ради вас, народ. Так, первый уровень пройден. Да, у меня тоже. Немножко у меня бочки притормозили, даже может быть на секунд 5 быстрее пошел. Вот этот уровень ненавижу, только весь второй. У меня FPS что-то проседает. Так, давай, огонек, иди вниз. Нет, быстрее. Второй пройден. У меня огонек не хотел уходить с платформы вниз по лестнике. Поэтому я тормознул. Так. Все, второй тоже пошел. Что там, сдох? Нет, или загнали, да? Меня чуть огонек не зацепил. Фигня. У меня кто-то разбегалось. Так, я почти у цели. Быстрей. И все! Прошел? Да, Донки Конг повержен. Я пришел к своей чике, которая... Что-то какая-то очень стрёмная, у нее прямой нос, походу дела она и... еврей. Ну чё, ты тоже сделал? Всё. Всё, я тоже. Ну всё. Мы прошли эту игру за минуты 3. Что ещё можно сказать? Всё, спасибо всем, что смотрели. Да, на этом... На этом мы заканчиваем. На этом стрим у нас закончен. Да.